Привет всем, с вами Раск, и мы продолжаем играть в Amazing Cultivation Simulator. В этой серии мы, наверное, создадим еще одного нашего апрентис, или как его там называют, внутренний ученик. Только уже он будет не через стандартную ЦИ-прокачку, а через рукопашника. Значит, для этого нам надо так. Ага, ясно, понятно. Что-то тут ему мешает. Так, где он тут? Реликвий Феншуй. Угу. Рынок. Вот, да. Жемчужина души. Ядро волшебного зверя, в котором обитает огромная энергия ини. Говорят, жемчужину можно найти в пещере тысячи трупов, на горе сотни гадов. Оу. Опасненько его будет лопать-то. Так, мы, наверное, будем все-таки. Так, где она тут? Фэнчуяо. Остальным мы лекаря снимаем. Нам надо подкачать будет этот Дусинь, да? Ну, у нас тут цветник, выбирать не из кого. А, так. Производить. Целебная мазь, болеутоляющая. Так. Так и так. И ускоряемся опять. Весна, да? Ничего, обойдешься. Теперь смотрим. Ага. Так, Фэнчуао. Чуяо. Ага.
не так быстро, как мне казалось. Так. Время 9, 10. Выбираем этот и так. Много достаточно времени. Надо, кстати, сделать, наверное, вот так. Снова поле. И раз уж на то пошло, так, и здесь ставим травки все эти. Нет, удаляем. Так вот. Так, так, так. Так, растения, трава. Вот пусть так и будет. Ставим на крафтера и ждем теперь. Так, ждем, ждем. Ага. Так, экипировка.
Так, перча. Талисманы. Дао. Животные, материалы. Ценности. Капля росы на одухотворенной траве, богатой жизненной силой. Она быстро испарится. Отрубление восстановит большие кли. Ага. Так. Сами все забрали, да? Да, сами все забрали. Замечательно. Фэнчуяо. Ладно, будем теперь делать. Нам надо сделать ей красивую, хорошую комнату. Так, сборка. Пол. Половицы. Обычная мозаика. Так, сначала вот так вот. Переча, будем думать. Так, сборка. Нет, это все не то. Сколько у нас тут? 28 духовного камня. Работа. Так. Производить. Так, раз, два. И производить. Где тут? Наверное, все же не так. Идить. Раз, два, три, четыре и один. Так, 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 так. Раз, два, три, четыре. Черный мрамор, видимо, да? Десятый, осталось 44. Раз, два, три, четыре.
надо будет. Так вот. Так, раз, два, три, четыре. Будем думать. Что ждать, пока он все сделает. Так, будем посмотреть. Ага, прокачка застопорилась. Спят. На охлаждалку. Прочпокают все это.
Так, это пару дней точно займет. Да, камни надо было выбрать. Тут порошок жил. Быстрее, мне надо комнату сейчас будет построить. Или вот сделаю по-хитрому. Так, Цаусы, Алхимка, где тут у нас? Так, где сила? Все равно, да? Так, пилюли закалки. Оу.
Вот, уже почти. Сейчас будем строить комнату. Красивую и прикольную. Так мы будем делать это по очень хитрым способам. Там должна быть куча всяких разных элементов. На самом деле. Так, теперь работа, крафтинг берем на кузнец и так, слиток железа. Вот где-то так. Чтобы запасик был. Давай. Угу. Давай быстрее. Угу. Так. Опять спите. В принципе, вот.
Кай. Да блин, что такое-то опять? Все мне это. После употребления вы можете использовать двойника для участия в аукционе, что позволит смыться, да? Пилюли, созданные из самоцветов души и жемчужной души, в качестве главного ингредиента позволяют употребившего переродиться в смертного, полностью восстановив тело. Может спасти жизнь даже при смерти. Так, полторы. Секретный эликсир Вуданг, горы Вуданг. Увеличит максимальную ки на зафиксированное количество. Не очень полезно опытным культиваторам. Рекомендуется для новых учеников. Но быстро уменьшается, когда применен. Так. Так. Порошок ци способен восстановить 3000 ци, а после увеличить максимальную ци на 100 на 48 часов. Если вы максимальный запас ци. Угу. Ага. Так. 3,5. И получается еще 340, да? Раз, два, три, два, три, четыре. Подтвердить.
Так, ну вроде мы тут уже все на это сделали, теперь надо будет красоту наводить. На 15. Нет. Вот так вот, наверное. Так, теперь ждем, пока укомплектуют. Так. Думай, голова, думай. Дисплей. Думаем. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Того нам надо вот сюда. Раз. Два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Надо сбегать за этим, за хлопком. Так.
God. What the f... Ешь опять. Где тут этот? Дерево. Тебе надо сюда поставить духовные доски. Огненная эссенция. Надо поставить слиток огненной эссенции. Нефрит. Поставить нефрит. Где тут нефритовый блок? А, так, ледяной кристалл. Поместить слиток иния, темная сталь, разместить слиток темной стали, если он будет. Так, вот он. И теперь смотрим. Ну и ладно. Так. Сборка. Так. Угу. Нет декорации.
смотри, не разместить. Прикольно. Так, досок. Так. Работа. Нет. Сук, стол для цитры, так, кубан, так, жизнь, стол. Все не то. Секта. Павильон, так. Жизнь. Так.
действительно. Так, мебель. Что-то маловато мебели. Как, блин, чё? Будете достраивать, блин? А, точно. Но
посмотрим, что тут у нас есть. Ценности. Нет, тоже нету. Лекарства. Ага. Пилюли. Пилюля первого. Лекарственная устойчивость 100, количество субдухов 2. Чудодейственную пилюлю древних времен. Как говорят, она была очищена множество раз методом, который был давно утрачен. Употребляя эту пилюлю, человек может воссоздать сотворение неба и земли, получив таким образом двух субдухов. Можно принимать лишь единожды. Эффективно только для протекающих на ступени изначального духа. То есть, не раньше, чем я дойду до туда, да? Окей. Вы будете, блин, достраивать-то, нет? Так. Так. Камень духа. А, ну точно. Снять запрет. Тот, я думаю, что за фигня. Опять вечер, и они опять спят. Так, давай быстрее. Достраивай этот Фенчуава. Надо будет. Опять вечер, и опять пошел это. Опять спать будете. Значит, Фэншуава. Вот. Поиск.
Блин, ты будешь достраивать эту фигню, нет? Орка секта. Игрушка Ц. Это у нас назначить Цаусы. Ничего я его. Давай просыпайся и будем тебе делать этого. Так. Где тут это? Да, вот. Выкидываем. Способствую и вот. Да. Так, Фэнчуай приобретено заклинание переделки, изменения, разрушения. Поскольку продукция отвергается телом практикующего, он использует бессмертную эссенцию, чтобы сбросить все результаты переделки в определенной части, чтобы вернуть ее в смертное состояние. Понятно. Фэнчуайао приобретено заклинание переделки, акупунктурные изменения. Одно из самых простых заклинаний переделки для физических практикующих. Каждый раз, когда произносится заклинание, целевая часть происходит стандартную переработку один раз. Так, также небесный щит, нога правая, левая. Начального уровня, популярная среди физических культиваторов. Переделывает берцовые кости с помощью секретных техник, чтобы сделать их чрезвычайно устойчивыми к повреждениям и быстрыми в атаке и защите. Смешанный элемент правая рука, левая рука. Секретное тело, бла-бла-бла. Легко достижимое, с хорошо сбалансированными компонентами и значительным потенциалом развития. Да. Вот. Назначить Фэнчуяо. Так, Ар это дыхание. И мы ставим первое, что надо, это так. Устройство дыхания позволяет физическим культиваторам автоматически выполнять дыхание в запланированные часы, не инициируя изменения. Ну вот, пока будем копить эссенцию. Для чего это надо? Смотрите. Вот тут у нас есть элементы. Шпоньк и нету.
Цунь и исчезла. Зачем это, собственно, надо? Это надо для того, чтобы вот прокачивать вот эти вот все компунктурные изменения. И вот эссенции. Он накапливает эссенции, когда дышит. С их помощью меняется вот это вот все. И, кстати, видите, тут 4 слоя. И если мы посмотрим, у нас тут вроде как... я, конечно, не буду это делать. Видите? Раз, два, три, четыре. 4 этих. Этапа. Вот, 4 этапа, так что, скорее всего, на каждом этапе мы будем, можем, вот, видите, восьми, вот, это вот все надо для... под культивацией. И вот эти вот эссенции, ну, накапливаются во время дыхания. Так. В общем, как я уже сказал, тут вот 4 слоя. Вот эти 4 слоя, это, по-моему, от этого, от степени культивации. Этим мы займемся уже в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайк или дизлайк, комментируйте, жмите на колокольчик и смотрите, конечно же, все, что вот у меня есть, это все сделано для вас. Следующая серия выйдет, постараюсь, завтра. Хотя не уверен, потому что, ну, мало ли что, жизнь она такая. А до тех пор, пока-пока.